a season of restoration. Незаконно ли делать добро? Незаконно ли делать добро? Посмотрим Римлянам 13 главу. Я буду читать из расширенного перевода, чтобы вы лучше это поняли. Обратите внимание на слова «повиноваться», «отсутствие повиновения», «добро и зло». Я немного поспешил, хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я хочу задать сначала вопрос думающим христианам. Многие люди спасаются и перестают думать. Но это не про нас. Итак, кто из вас знает, что Библия говорит, чтобы вы повиновались своему мужу? Да, три жены здесь, и многие тысячи, которые смотрят нас дома. Скажите, а кто из вас согласен, что вы всегда должны подчиняться своему мужу? Итак, вы ошибаетесь. Я хотел спросить так, а кто из вас верит, что вы должны подчиняться мужу? И кто из вас знает, что вы можете не соглашаться с мужем? Будучи при этом в повиновении. И что вы можете не слушаться своего мужа, будучи в повиновении? Если ваш муж говорит, давай спрыгнем сегодня с крыши дома, вам не нужно делать этого, милая. Если вы на 6-м месяце беременности, а ваш муж говорит, что нужно сделать аборт, вы не должны делать этого, милая. Если ваш муж говорит, пойдем ограбим банк, вы отвечаете ему, я люблю тебя и слушаюсь тебя, но если ты хочешь пойти ограбить банк, иди сам. Я слушаюсь, но не буду делать то, что противоречит моей совести. Надеюсь, вы меня услышали. Это не высшая математика. А вот что значит следовать слову. Если вы спаслись, родились свыше, а ваш муж говорит, чтобы вы больше никогда не ходили в церковь, то какова ваша ответственность? Ага. Вы повинуетесь ему. Но воскресенье утром, когда пора идти в церковь, вы говорите, милый, скоро увидимся. Завтрак на кухне, кофе готов, а по возвращению дайте ему обед. И не делайте это как одолжение. Послушайте, я хочу сделать на этом ударение. Вы можете быть в положении повиновения, при этом не исполнять неблагочестивые указания. Это не делает вас бунтарем. Римлянам 13 глава, 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, данной через Его разрешение». Все чиновники должны помнить об этом. Так было с Навуходоносором, когда он забыл, что Бог управляет своим народом. Ему пришлось питаться травой, как животному, чтобы вспомнить об этом. Каким бы сильным вы ни были сейчас, завтра вы можете ослабеть. Мене-мене, текел упарсин. Ваши дни могут быть сочтены быстрее, чем вы скажете «сочтены», если вы забудете, что Бог держит ваше дыхание в своих руках. Сказано, «Посему противящиеся правительственные власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, административные санкции». И здесь говорится о гражданских властях. В нашей стране законом является конституция, а не правилом. Ибо гражданские начальствующие страшны не для людей добрых дел или хорошего поведения. Где мы видим лучшее поведение? В церкви? Где находятся самые послушные люди? Они не валяются пьяными в баре или под кайфом в подворотне. Или в торговом центре, где они ходят и трогают все. Люди с лучшим поведением находятся в церкви. Аминь. Я докажу это. Поднимитесь и помогите своему проповеднику.
Поднимитесь выше. Вот о чем я говорю. Попробуйте сделать то же самое в баре, и у вас ничего не получится. Давайте все вместе встанем. Поднимайтесь, поднимайтесь. Если в церкви скажут соблюдать дистанцию, люди будут слушаться. Если мы скажем вам мыть руки, вы будете слушаться. Если мы скажем вам носите маску, и тогда вы будете слушаться. В церкви, но церковь стала целью. Ее пытаются закрыть. За что? Да за добро. Здесь исцеляют сокрушенных сердцем, освобождают пленников, разрушают зависимости, приносят духовную жизнь людям. Аминь. Молитесь за нас. 40 религиозных лидеров из разных религий, не только христиане. Вот так вот наше правительство рассматривает все это. Это несмотря на то, что мы представляем 87% населения. Они рассматривают нас в контексте со всеми остальными. Я буду на встрече в среду и буду говорить открыто по благодати Божией. Молитесь за меня и за других религиозных лидеров. Мы не будем задабривать президента и политиков, но будем говорить истину. Мы с уважением требуем, чтобы наши церкви открылись. Скоро Пасха. Я говорю, скоро Пасха, ребята. Мы не будем верить лжи о том, что церковь — серьезный распространитель. О, хватит! Ибо гражданские начальствующие страшны не для людей добрых дел, но для злых, делающих зло. Если вы грабитель, если вы расклеваете детей, если вы торгуете людьми, на этой неделе мы спасли еще одну женщину из рабства. Давайте за это прославим сейчас Господа. Аллилуйя. Мы спасли 1200 женщин из рабства за последние 10 лет. Это причина для того, чтобы вознести Господу жертву хвалы. Я знаю, что медиа не будут рассказывать об этом, но каждую неделю наши сильные мужчины и женщины выходят на улицы, чтобы спасти этих женщин и переселить их. Мы не будем просить прощения за это. Мы не просто плоть. Мы не биологические чудеса. Люди, которые ходят без хребта. Когда мы спаслись, то не потеряли свои хребты. Мы выровняли свои спины и теперь стоим за правое дело. Мы будем бороться за женщин, будем бороться против насилия по половому признаку. Если вы бьете женщину, бойтесь, и не только правительство, но и нас, Церковь Иисуса. Он говорит, хотите не бояться властей? Что вам нужно делать? Добро, конечно. Если вы хотите не бояться, делайте добро. Попробуйте доказать мне, что безопасное открытие Церкви Иисуса Христа — это нечто злое. Подумайте, что безопасное открытие церквей — это нечто злое. Если это не что-то плохое, то я не должен бояться правительства. Я говорю о безопасном и ответственном открытии. Пандемия ковида реальна. Многие потеряли своих близких. Вирус затронул и мою семью. К сожалению, есть и другие вещи, которые связаны с вирусом. Мы будем говорить об этом с президентом. Он говорит, что 1,5 миллиона человек умрет в Африке на протяжении следующих 3-5 лет от туберкулеза. Все из-за локдауна. Кроме того, на 10 тысяч больше детей в Африке умирают каждый месяц из-за локдауна. Суды по всему миру признают, что локдаун противоречит Конституции и нарушает права человека. Мы говорили о судах в Германии, Франции, Италии, Испании, Америке, Никарагуа, Бразилии. По всему миру даже неспасенные люди сейчас защищают церковь. Но в ЮАР мы видим попытку установления диктатуры. И поэтому мы с уважением говорим, да хватит. Мы хотим, чтобы наши церкви открылись во славу Божию. Я услышу аминь на это. Если да, то прославьте Господа. Он говорит, делайте добро, и вас ожидает одобрение и похвала. Я молюсь о том, чтобы правительство и медиа увидели. Мы вот недавно говорили с директором одного медиа. Посмотрим, что он скажет. Итак, люди игнорируют то хорошее, что сделала церковь.
Я не говорю о CRC, я говорю о школах, которые создавались на базе церквей. Даже во времена апартеида. Больницы, приюты, клиники. И когда люди говорят, что церковь не делает вклад в экономику и поэтому должна быть закрыта, это ложь. Из самых глубин ада. Это те же люди, которые говорят, что церковь не здание. Я согласен, церковь — это не здание. Но как вы можете утверждать, что наши люди не делают вклад в экономику ЮАР? Кстати, в религиозном секторе и секторе социального благополучия в ЮАР работает более 800 тысяч человек. И, кстати, правительство не дает нам ни копейки. При этом мы каждую неделю кормим сотни тысяч голодных людей. Каждый день мы заботимся о сиротах, о детях, платим налоги. Я знаю, что вас здесь мало, но я хочу, чтобы вы похлопали Господу за это. Да, мы должны ценить и защищать жизни. И когда мы откроем наши церкви, то сделаем это уже по уму, чтобы люди были в безопасности. Прославьте Господа. Но я хочу, чтобы люди, которые так стараются удержать других от посещения церкви в целях безопасности, задумались о детях. Я говорю о нерожденных детях, у которых нет прав в утробе женщины. Я не говорю, что не бывает причин для абортов, но свободное право на аборты в Америке, когда у ребенка нет прав. Если мы хотим уважать жизнь, то давайте говорить о всякой жизни. Аминь. Прославьте Господа. Мы читали в послании к Римлянам 13 главе. А теперь я хочу перейти к Иисусу. Он наш главный пример. Есть два закона, о которых говорится в послании Римлянам 13 главе. Мы видим человеческий закон и закон Божий. Итак, есть человеческие правила, человеческие законы, и есть закон Божий. Если человеческий закон не нарушает закон Божий, мы должны повиноваться. Давайте поговорим о налогах. Когда люди пришли к Иисусу, то спросили, нужно ли платить налоги. Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». То есть десятина принадлежит Богу, а ваши налоги, 25 или сколько там процентов, принадлежат правительству. Он говорит, «Платите налоги». Даже если какой-то чиновник коррумпирован, это не имеет значения. Вы должны платить налоги. Вы не можете перестать платить налоги. Вы не можете вести двойную бухгалтерию. Вы должны повиноваться, но высший закон. Это закон, который повелевает нам любить Бога и ближнего своего. Это означает, что мы ставим Бога выше всего остального. Если что-то влияет на отношения между нами и Богом, нам нужно задуматься. Когда законы больше не служат высшему благу человечества, у нас есть право на основании Слова Божьего сказать, этот закон стал плохим. Но он вообще уже не во благо. И мы будем делать добро, даже если это означает, что нам придется столкнуться с последствиями. Так было с первой церковью. Их отношение было весьма простым. Мы должны повиноваться Богу, а не людям. Им запретили проповедовать Евангелие. Не все люди понимают это. Я часто провожу Zoom-конференции. Теперь я мистер Zoom. Я как пчела. После локдауна я больше не хочу смотреть на экран компьютера, потому что там постоянно Zoom, да Zoom, Zoom, да Zoom. Конфликт, конфронтации, попытки убедить людей, что церковь должна объединиться и встать. Отложите политику. Мы должны понять, что на кону
будущее Царства Божьего, будущее поколение. Сатана пытается достать наших детей. Христиане должны объединиться, независимо от того, говорят они на языках или нет, крестят они младенцев или нет. Все это не имеет значения. Мы должны встать вместе. Католики, пресвитериане, пятидесятники, харизматы. Мы должны заявить, что хотим свободно поклоняться нашему Господу и Христу во имя Иисуса. Воскликните «Он воскрес!» и прославьте Его на этом месте сегодня. Давайте говорить об Иисусе Христе. Он был распят за то, что делал добро. Делал добро. Помните, я говорил о подчинении и повиновении? Добро против зла. Многие христиане-законники берут 13 главу к римлянам и говорят, если правительство говорит, что церкви нужно молчать, значит, нужно молчать. Если есть правило, которое говорит, что нужно сидеть, нужно сидеть. Если правительство издаст закон, который запрещает вам рожать детей, как в Китае, то что тогда? А? Или закон, что вы не должны читать Библию? Что вы будете делать? Вы будете поступать как христиане Китая и тайно провозить Библии? Или вы скажете, я должен подчиняться правительству? Библия не говорит «подчиняйтесь мужам». Библия говорит «повинуйтесь мужьям». Некоторые мужчины насильно пытаются заставить жен подчиняться через эти слова. «Высшая власть — это Божье слово и ваша совесть. И никто, ни ваш муж, ни правительство, ни апостол, ни проповедник не имеет права идти против вашей совести. Если муж говорит, давай добавим романтики в брак и возьмем свечку, а вам не нравятся свечи, вы говорите... «Милый, я люблю тебя, но не хочу свечей». Он не может заставить вас подчиниться ему. Если правительство говорит, что мы не можем поклоняться Богу, а Библия говорит нам поклоняться Богу, что нам делать? Это акт повиновения или бунта? Это акт отрицания или акт поклонения высшей силе? Церковь пытается насильно заставить следовать букве. Это для того, чтобы мы повиновались всему, что говорит правительство. Пока это не нарушает Слово Божие. Я говорю, пока это не нарушает Слово Божие. Мы должны принять решение, и это решение — подчиняться Богу. Повиноваться правительству, но подчиняться при этом Богу. Вы скажете, пастор, какой в этом смысл? Это как в ранней церкви. Им не разрешали проповедовать Слово Божие. Они пошли и проповедовали Слово Божие. Их привели на суд к лидерам, которые ненавидели церковь. Их побили и дали им указание снова. Вы не можете проповедовать Евангелие. А они пошли и ослушались этих указаний. Библия говорит, что они не переставали учить и проповедовать Слово Божие. Итак, это похоже на противоречие повиновения и послушания. Они повиновались наказанию, которое им определило правительство, но они не послушались. Вы слышите, когда Ирод решил, что он слишком велик, и убил Иакова, сводного брата Господня, и начал гонение на церковь. Уверен, ни одно правительство не захочет взять на себя такое. Бог убрал его. За один срок Бог уберет их, если они не будут служить Его интересам. Вы понимаете, насколько вы сильны? Националисты считали себя сильными, но Бог убрал их. Если вы будете относиться к Церкви Божьей без уважения, вы окажетесь в трудном положении. Ирод начал гнать церковь.
Он посадил Петра в тюрьму, он издал законы, которые угнетали не только христиан, но и все общество. Все преклонялись перед ним, называли его Богом. Пока что такого нет у нас в стране. Но это синдром людей, упивающихся властью. Они ведут себя как боги, как высшая власть, но Бог не будет терпеть этого. Как говорит Даниил, Бог правит в царствах сынов человеческих. Бог дает людям власть и убирает людей из власти. Он решает, кто остается при власти. И если вы не будете исполнять Божьи цели, Бог уберет вас. А если вы станете врагом церкви, то станете врагом самого Господа Иисуса, как это было с Иродом. Ученики первой церкви ходили на другом уровне власти. Они не боялись. На них нельзя было надавить. Они общались с царями напрямую и делали это с уважением. Когда мы говорим с нашим президентом или другими чиновниками, мы проявляем уважение. Но мы просим вас уважать нас. Если вы можете выслушать ассоциацию налогоплательщиков, то выслушайте и церковь. Если вы можете выслушать владельцев баров, то выслушайте и церковь. Если вы можете выслушать учителей, то выслушайте и церковь. Церковь — это надежда нашего мира и сердце нашего общества. Иисус был распят за то, что делал добро. Правительство тех времен, римское правительство, гнало его за то, что он делал добро. Если вы делаете добро, то вас могут и не гнать. Но Библия гарантирует, что если вы будете делать добро и стоять за правое дело, то вас будут гнать. Религиозные люди и политики. Они работали вместе, чтобы распять Христа. Религиозными людьми движет злость и ненависть. Политиками движет возможность потерять власть. Я хочу поговорить о важности церкви. Если церковь, которую Иисус родил в день Пятидесятницы, это то, что Иисус пришел установить на этой земле, не нужно придумывать абстрактное определение церкви, которое не соответствует Библии. Людям нужны другие люди, нужны отношения. Вам нужно тело, нужна семья, которая позаботится о вас. Вы можете родиться свыше в семье Божьей. Возможно, вы сидите, смотрите нас, но у вас нет отношений с Богом при этом. Если вы умрете сегодня, то не знаете, где будете проводить свою вечность. Возможно, сегодня вы здесь с нами, от Иисуса вас отделяет всего лишь одна молитва. Вам лишь нужно призвать Его имя. Если это про вас, то где бы вы ни были, положите руку на сердце и повторяйте эти слова. «Господь Иисус, сегодня я призываю Твое имя. Спаси меня, прости мой грех. Я открываю свое сердце и принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо за новую жизнь и новое начало. Во имя Иисуса».